подготовлена к первому международному хоровому конкурсу имени Виктора Ровда дистанционно. Хор «Жаворонок», город Уфа, Республика Башкортостан, Россия. Категория А1. Детские младшие хоры до 11 лет. Первый тур. Музыка Горелова, стихи Мэра. Русский текст Лунина. Счастливая песня. Русская народная песня в обработке Благообразова «Ай, на горе дуб». Аранжировка Ларри Никеля. Народная песня.
города дистанционно. Thank you.
видео записано для первого тура первого международного конкурса имени Виктора Рожда. Средний хор музыкально-хоровой студии «Галактика», Санкт-Петербург. Андрей Думченко. Слова народные. Забавы для шумного детского хора и тарелки. Белорусская народная песня «Куполинка» в обработке Екатерины Гигевич. Thank you.
Выступает учебный хор младших классов средней школы номер 119 города Минска «Искорка». Художественный руководитель Жанна Бубкевич, концертмейстер Марина Сипакова. Выступление подготовлено к первому международному хоровому конкурсу имени Виктора Ровда дистанционно. Хор представляет категорию А1 в возрасте от 8 до 11 лет. Программа первого тура. Стихотворение из цикла «Фольклор народов Европы. Русские народные песенки-потешки. Долгоногий журавель». Музыка и слова Жанны Амельянчик. «Боже, храни Беларусь». Текст читает Трус Дарья, солисты Андреевская Алиса, Мартынова Злата, Каврус Александра, Дубовская Диана. Yeah.
младший хор хоровой капеллы мальчиков, город Москва. Руководитель Малышева Ольга Олеговна, концертмейстер Замарина Ольга Сергеевна. Русская народная песня в обработке Гречининова «В сыром бору тропина». Выступление подготовлено к первому международному хоровому конкурсу имени Виктора Ровде дистанционно. Имени Виктора Ровде дистанционно. Я один салата, которого ему на фритон, это сальто.
Целый день мы ел, вкусно, очень вкусно. Да для вас я тарантеллу, здесь у мраморной колонны. Да точнее за это дело, вы горячие макароны. Выступление подготовлено к первому международному хоровому конкурсу имени Ровда. Младший хор хоровой школы «Юность России», Московская область, город Раменское. Руководитель Айрапетова Марина Леоновна, хормейстер Сорокина Татьяна Владимировна, концертмейстер Чмелева Надежда Сергеевна. Ипполитов Иванов, «Славим солнце». Белорусская народная песня в обработке Кигевич, «Куполинка». Хоровому конкурсу имени Виктора Ровда дистанционно. Образцовый хор «Вишенка» Государственного учреждения образования, средняя школа номер 115 города Минска. Руководитель Татьяна Брыдко, концертмейстер Екатерина Каспрова. Петр Янчак, Кирия,
Анатолия Шуха «Слова народные», «Вербушка». Елена Отрашкевич, обработка белорусской народной песни «Куполинка». Самба, бразильская народная песня, обработка Лоренца Мейерхофера. Thank you.
Спасибо.